Институт хирургии имени Вишневского, одно из ведущих учреждений Российской Федерации, начинает цикл образовательных программ на Первом медицинском канале. Хирургическая деятельность у нас растет ежегодно. Безусловно, это наша гордость и достояние. Открывает цикл директор института, академик РАН Амиран Шатаевич Ревишвили, вводной лекцией, посвященной основным направлениям и современным хирургическим технологиям, представленным в институте имени Вишневского.